Существует ли альтернативная история России? И кому выгодно, чтобы такое понятие существовало сегодня? Добрый вечер! В эфире программа «Следы империи». Сегодня будем говорить об истории России, настоящей и ненастоящей. Философ Шарль Монтескье как-то сказал, история — ряд выдуманных событий по поводу действительно совершившихся. Владислав Владимирович, скажите, пожалуйста, как вы считаете, история России, то, что нам всегда преподавали в школе, в институтах, это действительно история? Или это некая компиляция разного рода фактов, выдуманных и так далее? Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, история пишется победителями. И я думаю, что, конечно, изучать надо всесторонне любой факт. Какое-то время я доверял и доверяю каким-то событиям, которые я не могу проверить, а поскольку я не принадлежу, может быть, по счастью, к историкам и даже к альтернативным историкам, никому. Меня просто интересуют визуальные факты, которые я нахожу на картах. Говорить о такой высокой материи, вы знаете, я актер, поэтому, когда берешь фильм исторический, да, скажем, даже не такого далекого прошлого, всегда есть вариант попасть в просак, поскольку откроются документы, которые перевернут весь этот сценарий, и, может быть, заслуженное порицание какое-то можно получить. Поэтому очень осторожно я отношусь к фактам официальной истории. Я доверяю. Вам интересно? Мне это очень интересно, но я доверяю только визуальным фактам, которыми увлекаюсь. Андрей Вячеславович, вы согласны с теми официальными документами, изложениями, лекциями, учебниками по истории России или нет? Ну, в данном случае я целиком разделяю позицию Владислава. Еще Джордж Оруэлл сформулировал, да, что историю пишут победители. И мы порой забываем, что история — это не события прошлого, а в первую очередь их описание. Соответственно, любое описание имеет конкретного автора, который в конкретных исторических условиях писал, как правило, в соответствии с текущей конъюнктурой и почему-либо заказу. Соответственно, официальная история будет всегда отражать интересы правящей верхушки в конкретный определенный исторический период. Соответственно, определенные факты будут ставиться в первую очередь, они удобные либо опровергаться, либо не замечаться. Стандартный прием: здесь читаем, здесь рыбу заворачиваем. Не видим этого. Евгений, ваше мнение. Я прочитал, что вы кандидат исторических наук, да. То есть вы профессиональный историк. Скорее археолог. Ну, неважно. Да. То есть вы заканчивали исторический факультет. Да, как же вы такие вещи можете сейчас говорить на публику по поводу исторических источников? А что, помимо каких-то мемуаров, не существует документальных источников? Постановление президиума ЦК или, например, постановление Совета министров. Значит, все, что сейчас сказали мои оппоненты, это абсолютнейшая ложь. Первое. Никакой официальной истории не существует. Вот это выдуманный штамп. Что есть некая официальная история, а есть еще какая-то неофициальная. Или, как нам сейчас говорят, альтернативная. История есть история, без всяких прилагательных. Это первое. Второе. Историю не пишут победители. Не надо тоже рассказывать сказки. Очередной штамп, который никакого отношения к реальным событиям не имеет. Более того, историк, даже сам историк, который действительно является исследователем, может ту концепцию, которую он раньше разделял, пересмотреть под напором конкретных исторических фактов. Классический пример я вам привожу. Моего учителя, доктора исторических наук Аполлона Григорьевича Кузьмина, который в молодости, в начале своей карьеры, был норманистом. Но потом, по мере изучения этой темы, накопления материалов, источников разного характера, в том числе археологического и письменного и так далее, он стал не просто ярым антинорманистом, но и одним из вождей вот этой антинорманистской партии. Понимаете? Поэтому большинство, подавляющее большинство историков, это к вам упрек, кстати, ни под какой заказ ничего не пишут и за это деньги не получают. Да, есть какой-то очень незначительный процент пропагандистов,
которых даже внутри исторического сообщества учеными и историками не считают. Спасибо. Мирович, ваша реплика. Мне кажется, что сейчас у нас очень благодатный период как раз в историографии, потому что вот вы сказали о ваше отношение к официальной истории, да? В общем-то, набор требований со стороны власти к истории сейчас очень короткий. Никогда, по-моему, в истории России не было такой свободы в том плане, что власть сейчас, если высказывает официально свою точку зрения, то по очень ограниченному кругу вопросов предоставляет другие темы на обсуждение самих историков, что очень правильно. Тут я согласен с Евгением Юрьевичем в том плане, что история наука точная. Есть факты, есть документы. Спорить с ними можно на основе других документов. Вот. Хотя по-разному бывает, по-разному бывало в нашем прошлом. В чем я согласен с теми, кто рядом со мной сидят, насчет того, что историю пишут победители. Да? В несвободном обществе, в том числе в нынешнем западном и в том числе в нашем, в 30-е годы, да, пишут победители. И тут очень интересный пример вот этого академика Михаила Покровского, который ругал-ругал царскую власть, да, в первые годы советской власти, в том числе, естественно, и Суворова с Кутузовым, и всех царей, да, называл их торговый капитал в шапке Мономаха, а потом вдруг при Сталине выяснил, что вообще-то цари плохие, а вот Иван Грозный и Петр I хорошие, прогрессивные цари. И вообще-то царские маршалы плохие, Паскевич плохой, Дибич плохой, а вот Суворов и Кутузов — спасители Отечества. А те, кто так не думает, негодяи. Ну, Покровский вовремя умер, поэтому репрессии его не коснулись. Но его ученики вынуждены были говорить совсем по-другому. Вот вам пример. Сергей Алексеевич, ваша реплика, пожалуйста. Ну, вы знаете, для меня, во-первых, пока не очень понятен термин «альтернативная история», честно говоря. Что значит «альтернативная»? Отличающаяся, другая от чего отличающаяся? А где мы с вами действительно видим какую-то официальную историю? Если она была конъюнктурная по отношению к власти, сколько раз она менялась за нашу многострадальную науку историческую 20 века? Кто-то на Западе едко пошутил. Россия – единственная страна с непредсказуемым прошлым. Не будущим, будущее всегда, а прошлым столько раз переписывали и столько раз меняли вот эти вот не факты. Факты, слава богу, накапливаются, добавляются. Не источники, они развиваются, а выводы, обобщения, которые иногда были, знаете, тем прокрустым ложем, куда пытались загонять историков. Это действительно было и остается. Поэтому альтернатива только в одном заключается. Другой подход, другая оценка, более глубокое, более всестороннее изучение. Тогда и память историческая будет иной. Я одну вещь хочу сказать. Вот сидят молодые ребята. Мне приходилось в свое время изучать опросы общественного мнения наши, многочисленные, по отношению к личностям, к историческим персонажам 20 века. Контрастно. Люди старшего поколения, среднее поколение, молодежь, старшее поколение, скорее просоветски, а в общем-то и более патриотично настроены. Среднее поколение, попавшее под моло 90-х годов, абсолютное отрицание. И вот молодые ребята, которые сегодня только пытаются найти, я согласен, сегодня появляется возможность разной точки зрения. Потому что сейчас анонс, а потом кино, а потом после этого будем спорить. Сегодня иду на просто поиск подходов. Более взвешенных, более разнообразных и более альтернативных, кстати сказать. Михаил Юрьевич, ваша реплика. И начнем. Ну, я принадлежу счастливой плеяде тех историков, которые считают себя профессионалами, и начал свою деятельность в качестве историка в архиве. То есть архивные документы, военные, прежде всего, для меня были главным в этом отношении. А то, что сейчас здесь было сказано по поводу альтернативной истории, не литературной истории. Ну, знаете, ну, в Англии давно уже разрабатывается такой сюжет. А прав ли был Черчилль, да? А может быть, он вообще был негодяем, который привел к крушению Британской империи. Слава богу, пускай британцы так говорят. Мы стоим на плечах титанов. А я стою на плечах своего учителя Рожешевского Олега Александровича, который ни одного слова не соврал, да, когда писал и в советское время, и в наше время. Вот мое мнение такое. Спасибо. Давайте сейчас посмотрим небольшой информационный фильм о разных взглядах на нашу российскую историю. Вот, и после этого подискутируем.
Часть первая. Скрытая угроза. Фальшивая история. В 1318 году на Ростовский престол в Русской области, где возникла позже Владимир-Суздальская Русь, взошел великий князь Георгий Данилович, равняется Чингисхан. Его фантомными дубликатами являются Георгий Всеволодович, якобы в 13 веке, Юрий Долгорукий, Ростовский, якобы в 12 веке, Мстислав Удалой, брат и соправитель Ярослава Мудрого, якобы в 11 веке. Георгий Юрьевич Данилович, равно Чингисхан, начинает объединение Руси. Точнее, он подхватывает движение, начатое троянским царем Энеем Рюриком, прибывшим на Русь, родину своих предков, из горящего Царьграда, равняется Трое в 13 веке и начавшим создание новой империи. Кто это написал? Что это? Смешение кошмарное имен, стран, событий. Откуда эти бредовые строки? Откуда этот бред? Нет, это не фрагмент истории болезни некого пациента со спутанной картиной мира и сумрачным сознанием. Это фрагмент книги Анатолия Фоменко и Глеба Носовского «Новая хронология Руси». Вот так, ни больше, ни меньше, два ученых, математика, не имеющих ни малейшего отношения к истории, которую они явно наукой не считают, взялись переписать и переиначить все, что мы знаем о нашей стране и нашем народе. Они, к сожалению, сегодня не одиноки. Среди них легенды о России и Великой Тартарии, новые варианты старой сказки о подмене Петра Великого во время поездки в Европу, обвинения христиан в сокрытии подлинной, измеряемой многими тысячелетиями истории славян. Почему этот бред опасен в контексте размывания национально-государственной идентичности России? А вот почему. Когда в прошлом нет никаких постоянных истин, как можно строить будущее? Ведь недаром говорят, что без прошлого не может быть будущего. В нашем фильме мы поставим вопросы, насколько невинны исторические фантазии и реконструкции так называемых историков. Их теории, на которых откликается некоторая часть молодежи, фактически перечеркивают и обессмысливают всю историю нашей страны. Эти теории отрицают христианство. Отрицает подвиг святого князя Владимира, который был основателем нашей русской цивилизации. И таким образом лишают юного человека реальных корней, подменяя их экзотическими вымыслами, не имеющими под собой никакого основания. Часть вторая. Сетевые фальсификации. Вот выходит молодой человек, не отягощенный историческими знаниями, в интернет и рискует тут же запутаться во всемирной паутине, предлагающий ему, например, такие варианты истории собственной страны. Великая Тартария, замалчивание великой истории русов. Как вам такой пассаж? Современная официальная наша история, преподаваемая в школах, приняла окончательный вид в 18-19 веках нашей эры и была написана в соответствии с библейской концепцией истории по заказу Романовых. Таким образом, нам сегодня внушается с малолетства, что нашей истории всего чуть более 1000 лет. Еще один бред на другом сайте. Когда враги начали откусывать от западной части Великой Тартарии маленькие кусочки и создавать из них в Европе отдельные государства, там все быстро начало приходить в упадок. Христианская религия, огнем и мечом вытеснявшая из покоренных народов ведическое мировоззрение, быстро превращала людей в тупых, бессловесных рабов. И таких интернет-ресурсов с подобной галиматьей великое множество. Как видим, паразитируя на исторической безграмотности, их создатели пытаются создать альтернативную историю, в которой Россия – центральная часть некой великой арийской империи, именуемой Тартарией. И, естественно, подобные фантазии сопровождаются, как правило, одновременно антихристианскими и антисемитскими заявлениями. И надо сказать, что еще и сопровождаются антирусскими заявлениями. Таким образом, авторы подобных сайтов стремятся вытравить из исторической памяти нашего народа прежде несомненную истину. Русские и православные были словами-синонимами. Массовое увлечение фальсификатом вместо истории началось все с той же новой хронологии Фоменко и Носовского, похоже на спецоперацию по размыванию исторической памяти русского народа. Их теория утверждает, что существующая периодизация исторических событий в целом неверна, что письменная история человечества значительно короче, чем принято считать, и не прослеживается далее X века нашей эры. Древние цивилизации, государства античности и раннего средневековья являются фантомными отражениями гораздо более поздних культур.
А возникли эти фантомы из-за злонамеренного прочтения интерпретации источников. Авторы предлагают новый вариант истории человечества, в основе которой лежит гипотеза о существовании в средние века гигантской империи с политическим центром на территории Руси, охватывающей почти всю территорию Европы и Азии, а согласно позднейшим публикациям, даже обе Америки. Вот откуда эта самая Великая Тартария, которая расползлась сегодня по всему интернету. Основаны все эти псевдооткрытия, в частности, на авторском весьма вольном истолковании астрономических данных. Действительно, изображение звездного неба встречается на древних памятниках. Зная закономерности движения космических тел, подобные рисунки можно использовать как один из инструментов датировки самих памятников и связанных с ними событий. Но Фоменко и его сторонники утверждают, что эти астрономические изображения совсем не такие древние, как считалось до их вторжения в историю. Адепты этого псевдоисторика утверждают, что объекты и тексты, которые они берутся датировать, исходя из собственного прочтения астрономических данных, якобы созданы не раньше второй половины первого тысячелетия нашей эры. Этот вывод заставляет их буквально схлопывать историю, заявлять, что персонажи, жившие в разные эпохи, согласно их открытиям, одно и то же лицо. Противоречие новой хронологии историческим фактам, давно известным древним и средневековым источникам, и авторы объясняют глобальной фальсификацией документов. Принципиальная невозможность и бессмысленность организации такой фальсификации сразу во многих совершенно разных странах авторов теории не интересует. И их собственный фальсификат успешно разрушает государственно-национальную идентичность наших соотечественников. Часть третья. Новые язычники. И вот на этой взрыхленной фальсификаторами почве исторического невежества рождаются новые культы, например, так называемое родноверие. Это новое религиозное движение реконструкции неоязыческого толка. Его сторонники объявляют своей целью возрождение славянских дохристианских обрядов и верований. Между тем, поскольку никаких исторических источников, позволяющих осуществить этот процесс, не имеется, то они легко заменяются, опять же, фальсификатами, изготовленными новоявленными волхвами. Некоторые родноверы проводят обряды очищения и именоречения, в результате которых получают новое языческое имя, то есть отрекаются от своего христианского русского имени во имя новой мифической идентичности. Причем от антихристианских проповедей сторонники этой новой религии порой переходят к прямому действию, как там, терроризма. Так, в 2008 году три родновера изготовили бомбу, поместив ее в 3-литровую банку с запалом в виде петарды и принесли в церковь Николая Чудотворца в Бирюлеве, где она была обнаружена служительницей храма. Она самостоятельно попыталась потушить дымящийся пакет, но в итоге получила ожоги лица и потеряла глаз. А в 2014 году последователь одного из неоязыческих проповедников расстрелял прихожан православного храма. Некто Степан Комаров ворвался в Воскресенский собор города Южно-Сахалинска и открыл огонь. Было убито 2 человека – монахинь и прихожанин. 6 человек получили ранения. И подобные тенденции неудивительны. Неоязыческие секты давно существуют и на Западе. И там их сторонники не раз привлекались к ответственности за поджоги христианских храмов. Новые язычники встречаются отнюдь не только среди каких-то маргиналов. Не так давно патриарх Кирилл заявил: «Когда мы стали получать информацию о том, что среди спортсменов сейчас становятся популярными некоторые языческие воззрения, то вначале отнеслись к этому как к некой странности, абсолютному исключению из правил. А потом, после того, как был собран большой объем информации, мы поняли, что как в спортивной среде, так и среди военнослужащих, особенно тех, которые работают в сфере специальных операций, где присутствует постоянный риск для жизни, становится популярным среди определенной части спортсменов и военнослужащих языческие идеи. Идеи, проистекающие из языческого отношения к человеку. Патриарх подчеркнул, что если люди будут мотивировать себя языческим мировоззрением, языческими культами, то ничего хорошего из этого не выйдет». Часть четвертая. Граждане Тартарии. А вот еще цитата одного разоблачающего русскую историю сайта. Послушайте, пожалуйста, что здесь написано. По некоторым источникам, приказ Петра I об уничтожении 300-летних старцев был для того, чтобы внедрить обманную историю с помощью иноземцев. Вот такое не просто фантастическое, а суперфантастическое вступление имеет продолжение в виде подробного перечисления якобы скрываемых от нас преступных деяний Петра, русского царя. Они, согласно авторам сайта, таковы.
повелел все русские летописи свести в Петербург, а затем приказал их сжечь. Под видом борьбы со старой верой уничтожил всех старцев, живших более 300 лет. Запретил выращивать амарант и употреблять амарантный хлеб, являющийся основой пищи русского человека, чем уничтожил долгожительство на земле, которая оставалась тогда еще в России. Уничтожил русскую письменность, состоявшую из 151 знака, и ввел 43 знака письменности Кирилла и Мефодия. Все это выглядит как бред сумасшедшего, начиная от содержания, заканчивая манерой излагать свою мысль. Не исключено, что автор и в самом деле нездоров. Однако, если вы начнете искать некую информацию о Петре в интернете, вы с высокой вероятностью наткнетесь на фантасмагорию, написанную этим автором. А если вы не дипломированный историк, не обладаете критическим мышлением и только-только приступили к изучению российской истории, то почему бы вам во все это не поверить? Если вы выросли на фильмах в жанре исторических фэнтези, граница между возможным и совершенно немыслимым для вас размыта. И все это совсем не безобидно. Даже если, ознакомившись с подобными откровениями, человек потеряет ориентиры, ему будет уже очень непросто понять, кто он. Наследник великой истории России или потомок сверхчеловеков из некой Тартарии. Все эти бесчисленные, часто друг другу противоречащие измышления едины в одном – в ненависти к православию и к истории России. Но вспомним потрясающие слова нашего подлинного национального пророка, великого русского писателя Федора Достоевского. «Русский народ весь в православии и в идее его. Более в нем и у него ничего нет, да и не надо, потому что православие – все. В православии, в одном православии – правда и спасение народа русского». Да и не только он, но многие мыслители, искренне любившие Россию, были уверены, что даже русские атеисты очень часто сформированы именно православной традицией, а вне ее нет ни подлинной нравственности, ни перспективы жизни и развития народа нашего и Отечества. Потому-то особенно опасны фальшивки, которые, играя на чувстве национальной гордости, реально разрушают сам национальный код. Под видом поиска истины работают на превращение русских в Иванов, не помнящих родства, готовых попасть в рабство глобалистам. Которым и нужна вот эта фальсифицированная русская история. В эфире «Следы империи» говорим об истории. Евгений Юрьевич, первые строчки текста в фильме были посвящены вот чему. В 1318 году на Ростовский престол в Русской области, где возникла позже Владимир-Суздальская Русь, взошел великий князь Георгий Данилович, равняется Чингисхан. Его фантомными дубликатами являются Георгий Всеволодович, якобы в XIII веке, Юрий Долгорукий Ростовский, якобы в XII веке, Мстислав Удалой, брат и соправитель Ярослава Мудрого, якобы в XI веке, Кащенко, занавес. Да, но это не так. Это Фоменко и Носовский. И эти вот эти опусы, они очень популярны среди молодежи, которые не являются профессиональными историками, но которые попадают под обаяние вот этих графоманских строчек. Что это? Объясните, пожалуйста. С одной стороны, это, конечно, шизофрения. И вы абсолютно правы, что все это комментировать должны психиатры, то есть специалисты в белых халатах. А с другой стороны, совершенно очевидно, что это диверсия против отечественной истории. А зачем это? Кто это делает? Ну, кто? А что, вы не знаете, кто финансировал издание всех этих книжек? Какие фонды? Эберта. В Германии, например. Фоменко и Носовского? Да. Об этом просто мало кто знает. В начале 90-х годов финансирование всего этого проекта взяли на себя немцы. Для чего они это делают? Посмотрите на Украину. Как там переформатировали историческое сознание нации. То же самое надо сделать и здесь, с подрастающим поколением. Вот и все. А эти ребята работают на это, получая при этом огромные деньги. Вы что, не знаете, какими тиражами выходили работы историков, которые их обвиняли в том, что они якобы не противодействуют всему этому? 500 экземпляров, 100 экземпляров, 200, а там сотни тысяч. Но, естественно, они за такое количество макулатуры получали баснословные гонорары. Ведь этих шарлатанов от науки еще в 2005 году разделали под орех в знаменитом сборнике «Антифоменко», где выступили не только профессиональные историки, причем авторитетные историки, как академик Янин. Я думаю, вы не будете отрицать авторитет академика Янина, по крайней мере, среди археологов, так? С какой стати? Я у него учился. Вот тем более, понимаете?
Значит, Кошеленко, вот мой учитель Геннадий Андреевич, тоже один из крупнейших советских русских археологов. Но там их под орех разделали сами же математики и астрономы, которые прям ткнули их мордой об стол, что называется, и показали, где они занимались передергиванием фактов. Вот о чем речь идет. Андрей Вячеславович. И я прошу прощения, вот мы сейчас говорили вот по поводу пересмотра истории. Я вот сейчас заканчиваю, буквально вот осталась неделька, книгу про Никиту Сергеевича Хрущева, которая будет называться «Хрущевская слякоть». Я думаю, что это название, как-то оно жестко... более... Да, оно более точно отражает, значит, это десятилетие, чем вот эта вот мажорная хрущевская оттепель. Значит, так вот, я тоже кое-какие вещи там пересмотрел, но не потому, что я конъюнктурщик. Вот то, что касается Карибского кризиса. У нас традиционно относят этот Карибский ракетный кризис или Кубинский ракетный кризис к середине октября, к середине-концу октября 1962 года, когда американцы впервые обнаружили наши ракеты Р-12 на Кубе. Это 14 октября. Но на самом деле-то это не так. Потому что если вы посмотрите американские документы, то еще в конце августа, начале сентября Конгресс США принимает два законодательных акта, которые напрямую спровоцировали всю эту ситуацию. Первый законодательный акт о дополнительном выделении 12,5 миллиардов, тогдашних миллиардов, не теперешних, это сейчас сотни миллиардов долларов на военный бюджет США, и о призыве, 150 тысяч резервистов в американскую армию. Так кто провоцировал этот кубинский кризис? И какое отношение к этому имели советские ракеты, которые были обнаружены только через полтора месяца? Понимаете? Вот с этой точки зрения я пересмотрел и свою точку зрения, и точку зрения наших коллег на эти события. Но я это что, сделал конъюнктурно? Нет. Это сделал под влиянием новых документов фактов. И фактов. Вот и все. Андрей Вячеславович, ну вы согласны с Евгением Юрьевичем, то, что он сейчас сказал, о том, что это бред сумасшедшего, их взгляд на историю? Ну, относительно позиции Евгения Юрьевича по поводу Носовского, Фоменко, я целиком 100% разделяю. И, кстати говоря, я в 90-е годы сам был поражен, видя качество полиграфическое издание этих трудов и их количество. На лотках их продавали по сумасшедшим ценам, и понятно было, я не знал, за чей счет, какого фонда они издавались, но было понятно, что это как бы действия финансированы со стороны. Вот. Но при этом как бы сейчас действительно никто всерьез это не воспринимает. Но, возвращаясь к тому, что как бы заявлено в теме программы по поводу альтернативной истории. Действительно, как вы правильно сказали, альтернатива с перевода с латинского языка означает «иной другой». Естественно, в любую эпоху, в любой научной дисциплине существует какая-то господствующая теория, неважно, в истории, химии, там, физике, которую как бы поддерживает большинство как бы ученых. Но есть и другие люди, которые имеют иную точку зрения, иную, то есть альтернативную. И что происходит во взаимодействии, так сказать, господствующей точки зрения и альтернативной? Либо альтернативная точка зрения побеждает со временем, либо она гибнет, не выдерживая критики и, так сказать, очевидных фактов, либо, что часто тоже случается в науке, ее просто хоронят преобладающие силы, так сказать... Андрей Вячеславович, у нас свободная страна, а здесь свободная студия. Вы что защищаете конкретно, если более от общих слов перейти к конкретике? Ваш, так сказать, профессион дефуа, вы за что? Я считаю, что все-таки, грубо говоря, придерживаюсь ультраправой позиции, высказанной в свое время Генри Фордом. История — это ахинея. Ну, имеется в виду официальная история. Или Вольтер сказал, что история есть не что иное, как общепризнанная ложь. Можно я реплику? Да, пожалуйста. Сегодня мы видим на пространстве и бывшего Советского Союза, Восточной Европы создаются институты национальной памяти. Польша, кстати говоря, такой институт обладает уже прокурорскими функциями. Может осудить, оштрафовать, запрятать в темницу... Вот. И что мы видим, да, альтернативная история. Вдруг выясняется, что поляки были абсолютно все антисемиты. Это понятно, да? То есть мы знаем то, что, вот, например, из концлагеря, лагеря смерти, где было самое единственное успешное восстание наших заключенных... Собибор, да, Печерским нашим лейтенантом возглавленным. Да, бежали заключенные евреи, их потом поляки ловили... И, собственно говоря, выдавали немцам.
Такого в Польше не должно быть. Да? Институт национальной памяти говорит, ни в коем случае. Да? Мы охраняем историю. На Украине говорится о том, что древние укры у них существовали. Они ведут свою родословную, украинцы, да, от древних египтян. Вот такое даже. Еще раз, что? От древних египтян. Да больше даже. У них от древних тысяч. Египтян, то есть ведут, значит... Это серьезно? Это официально? Это серьезно, это серьезно. Это официально? Да. Это распространяется, то есть, да, есть учебники о том, что вот древние египтяне, а Украина тогда снабжала и древних египтян хлебом. То есть Украина тогда вот, да? Ну, я уже не говорю об более современные времена, когда не Великая Отечественная война, а советско-нацистская война. А бандеровцы, они воевали и против немцев, и против Красной Армии, и освобождали Украину. То есть Красная Армия только помогла бандеровцам освободить Украину. Вот это что такое? То есть вот когда мы говорим о России, взаимодействии с внешним миром, я бы сейчас, может, даже не говорил о альтернативной истории, а говорил о синхронной истории. Вот мы сегодня должны просто понять место России, в том числе Российской империи в мире, в историческом процессе. И тогда выясняется, да, и для наших людей это обязательно надо понять, то, что мы сколько раз спасали Европу, сколько раз мы эту Европу делали... Гуманистически, в конце концов, мы спасали и гуманистические ценности в период Наполеона и в период Второй мировой войны. Сегодня это все на заднем плане. Понимаете? И нам не перебороть это явление, если мы сегодня не будем поддерживать, да, и не только государство, а всем обществом, нашу официальную историю. И наше понимание вот этих мировых процессов и новой новейшей истории, всемирной истории, и наше понимание нашей российской истории. Спасибо. Сергей Алексеевич, ваша реплика, пожалуйста. Сегодня есть Институт памяти национальной не только в Варшаве, есть и в Киеве, на Украине. Да. Есть вот это украинские сегодня фантазии продолжать. Вот я видел учебники, которые вышли сегодня в последнее время в Украине, на Украине. По-русски на Украине? На Украине, конечно. Так вот, когда мы сегодня спорим с нашими украинскими коллегами и говорим, когда у вас появилось, друзья, государство? Наверное, все-таки в 1918 году, а уже узаконено было во времена создания Советского Союза. Они говорят, нет, у нас появилось государство в виде Киевской Руси. Еще это древнеукраинское государство, Киевская Русь. Как известно, появился в 9-10 веках. Вот мы привыкли считать, Киев – мать городов русских. Нет, говорят сегодня украинцы. Киев – мать городов украинских, а Новгород, на худой конец, русских. И вообще древние укры, те самые укры, на уровне, там, не знаю, там, вот этих вот мамонтов, там, или, не знаю, там сегодня говорили про этих вот ископаемых, примерно на том же уровне, бог знает откуда берущиеся, это они центр восточнославянской цивилизации. Русь – это Украина в то время. И вот когда я начинаю говорить так, друзья, хорошо, вы не спорите, не будете спорить, что было 12-15 восточнославянских племен? Я говорю, да. Ключевский правильно написал, летопись отражено. Но, он говорит, это что, это древние русичи? Вот поляне, древляне, северяне, радимичи, это древние укры. А вы там на худой конец, там, не знаю, там вятичи, да? И... Кривичу, нет, Кривич это вообще-то белорусы, говорят, тогда уже. Да. Ну, это смесь вообще горючая. И вообще древняя украинская народность появилась раньше, чем древнерусская. Древнерусская отпочковалась. Я говорю, ребята, знаете что, давайте все-таки, мы же с вами все-таки общую веру принимали. Да, Украина передала России православие. Хорошо, говорит, дальше. А древнерусская народность появилась? Нет. Она была, отпочковалась древнеукраинской под влиянием финно-угорского элемента. Я говорю, слушайте, давайте мы посмотрим на реальные факты. Средневековая украинская или малороссийская, как угодно народность, или белорусская, появилась только на фоне внешнего фактора. Монголо-татарское нашествие на нас и польско-литовская экспансия Украину и Беларусь. Есть простой пример. Как у древних наших предков назывались деньги? Как? Купа, купец отсюда. Что появилось тогда у нас, у русских? Деньги, таньга, элемент ордынский. Что появилось у украинцев? Гроши, польские. Вот где начинается 14-15 века разделение этих народностей, да? А тогда единая православная древнерусская народность. Сегодня это полностью отрицается. Ярослав Мудрый, Владимир Креститель, великий князь украинский сегодня в Киеве звучит. Украинский. Послушайте, это началось ведь. Вот я, кстати, хочу поддержать вот в этой части выступления
Когда на заре вот становления украинской государственности Кравчук, а потом и Кучма учреждал первые государственные награды, кому это были государственные награды? Князю Ярославу Мудрому. Это украинская государственность и высший государственный орден. Княгине Ольге и так далее. Отсюда и то выросло. Вот что сейчас творится на Украине. Потому что уже тогда закладывалась вот эта матрица некой тысячелетней украинской государственности. Вспоминайте тот же акт о украинской независимости, незалежности от 24 августа 91 года. Еще существует Советский Союз. Там в первой строке было написано о том, что мы, поддерживая тысячелетнюю государственность Украины, провозглашаем вот это так. Угу. Понимаете? Через минуту продолжим. Мы продолжаем. Я вот хотел обратиться к нашей молодежи. Молодые люди. Кто-то из вас наберется смелости, так сказать, раскроет тайную душу историка. Вы все против альтернативной истории Фоменко, Носовского или других авторов? Или где-то вы сомневаетесь в том, что история так она есть, а? Только еще предупреждаю, надо набраться смелости. Смотрите, тут вот 6 человек сидит. Это... А? Готовы? Ну, смотрите. Вячеслав Черемухин, Российский союз писателей и аспирант МПГУ. С одной стороны, мне хочется сказать, что история — это очень, скажем так, есть официальная история. Прямо хочется сказать, да, в какой-то момент, что история могла пойти иначе. Но как человек, который уже тоже работает, скажем так, с историческими источниками достаточно часто, скажем так, я уже автор 3 книг, к этому моменту. Да мне... что, какие? Скажите нам. Ну, вот, допустим, одна из, собственно говоря, моя последняя, она не относится к истории России. Это книга, написанная абсолютно на интервью с одним из вождей с африканского континента. Это простое, скажем так, рассуждение об одной африканской стране, но, тем не менее, африканская страна, которая мне открылась из разговора с местными людьми. И вот после вот работы на вот этой вот, вот на, над этим, я подумал, что все-таки история, она, наверное, может быть официальной. Есть учебники по своей национальной истории, да, историки разные об этом, государства тоже писали. Но для меня вот история, вот ее можно воссоздать вот так, не только обращаясь к маститым авторам. Поэтому но это мемуары скорее, или ваши личные впечатления? Я можно задам вам вопрос? Да, а может быть официальная уже история? Я бы не рисковал так говорить. Ильич, давайте все-таки вот молодежь, мне интересно их, они вот сидят нас слушают, а мне интересно их точка зрения. Почему вот эти бредовые, я бы сказал, выкладки про разную историю, про этих древних укров, или в России вот сейчас возрождается неязычество, так популярно вот в молодежной среде, а, молодые люди? Как вас зовут? Меня зовут Павел Кулаченков, я аспирант МПГУ. Вот. И, ну, по поводу укров и вот Фоменко Носовского, честно, я даже не читал ни Фоменко, ни Носовского. Слава богу. Вот настолько... Я много раз слышал об этом. Мне рассказывали по-разному. И позитивно, и негативно о них. Вот, но как-то времени не нашел, чтобы прочитать. Молодец. После передачи конфет. Вот. Просто меня интересует... Меня, как вот историка, интересует все-таки больше период, связанный с Великой Отечественной войной, и поэтому сегодняшние вот тенденции, которые, негативные, они ужасные складываются. Да, вот. Какие тенденции конкретно? Ну, из последних, это, конечно, Европейский парламент, который принял известную резолюцию по поводу пакта Молотова-Риббентропа, да. А больше всего меня даже не Европейский парламент раздражает, или как-то, не знаю, а раздражают некоторые наши историки, которые поддерживают такие, скажем, альтернативные версии уже самой войны. Мой вопрос такой, что как история, как наука, да, как официальная история, там, да, должна помочь как раз-таки России сегодня сформировать некую, ну, может быть, не политику, но национальную безопасность, чтобы себя обезопасить от всех тех нападок, наездов на нее. Можно я Павлу? Да, вот я, Михайлович, хотел бы, чтобы вы Павлу ответили. Вот, если во-первых, большое спасибо вам. Мне кажется, в нашей традиции, да, исторической науки, вообще людей, наших граждан, да, относиться к своей истории позитивно. То есть вот этот должен позитивный взгляд. Он не
опровергает критическое осмысление. Да, конечно, на ошибках надо учиться. Вот этот позитивный взгляд, когда мы говорили о Великой Отечественной войне, да, вот тут говорили, там, вспомнили Грозного, вспомнили Петра Первого. Да нет, не только их вспомнили. Вспомнили нашу великую историю, наших руководителей, поскольку это все равно наша история, которая она не была. Это наша, да, нам с нею жить и с помощью этой истории, да, идти вперед. Вот это самое главное, мне кажется, да, то, что должно быть в нашей стране. Вопрос, вопрос. Говорите в микрофон. Вас как зовут? Вячеслав Пономарев, Слава, первый курс магистратуры. Вопрос есть, Слава? Да. Давайте. Мы говорим, что вот эта альтернативная история, это вот все, вот эти книги, да? А вот давайте представим, что фильмы, которые художественные, околоисторические фильмы, не документальные, например, фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где, как известно, содержатся некоторые исторические ошибки. Можно их считать альтернативной историей? Владислав Иванович, разумеется. Пожалуйста, как человек, который близко к кино у нас. Разумеется, нет. Конечно, это какая-то игровая форма, это жонглирование фактами привлекательными. Но почему бы нет? Булгаков блестящий автор, по произведению которого был сделан этот фильм. Замечательный артист. Это только как пища для игры, для забавы, да, на самом деле. Что там может быть? Гораздо сложнее, вот я вспоминаю фильм, в котором участвовал сам, фильм «Адмирал», посвященный Колчаку, да, разночтение, ужасное количество в этой всей истории, и, конечно, это найти какую-то общую историю в этом, я не знаю, мне показалось, не нашли создатели в любом случае. Там то есть она разделила народ, она да? как-то разделилась, да. Потому что есть факты, которые как бы вписывается в историю художественного кино, да, а есть документальные факты, которые не вписываются в эту концепцию, приходится чем-то жертвовать в угоду истории. Можно я задам вопрос один? Да. Мы с вами, вот из тут сидящих людей, не историки. Мы потребители, да. скорее, да. исторических трудов, в том числе написанных этими уважаемыми да. людьми, да, и исторические кинофильмы, и книги, и радиопостановки, и интернет, конечно, сейчас на первом месте. Смотрите, Прохоровка, битва под Прохоровкой, 1943 год, операция «Цитадель». В советское время фильм «Освобождение», помните? А, прекрасно. Вот потрясающий фильм, да. там снята Прохоровка, это битва, драматический экран наших актеров, Ножкина, ну, Алялин, да. Духоподъемный фильм такой. А что видим мы в этом году? Смотрите, появляются труды немецких историков в открытом доступе в интернете, переведенные на русский язык, где описывается то, что произошел разгром армии, 5-й гвардейской армии Ротмистрова, что мы завалили трупами это поле, в котором, наверное, вы были, и я тоже, мы смотрели это дело. И принижается роль советского русского народа в этой битве. То есть получается так, что мы стадо баранов, которое массой задавило маленькую стаю волков. Потом появляются другие российские, так сказать, историки. Собирается каждый шаг, каждая местность, карта рисуется и так далее. Но зерно сомнения уже посеяно. Но люди и работают вот у них, над у этим, молодежи, ну, конечно. И вот этих вот ребят, наверное, да, которые будущие профессионалы. А у массы, у потребителя, которые формируют, собственно говоря, восприятие страны, зарождается сомнение. А что, собственно, там наши эти предки-то в войну сделали? Ну, не первую сотню лет эта работа ведется, да, по отношению к России. Вопиющие факты. Ну, нет, я, честно говоря, как-то делю это на 16, потому что это не только со стороны нашей истории атака происходит, правда же? Вы считаете, что цензурировать, запрещать вот эти вот исторические выкладки, сентенции, эссе, рассказы, исследования немецких или наших российских альтернативных историков на ту или иную исторический проблему или факт, нужно или надо в свободном доступе? Надо заняться образованием, тогда это не страшно. Это тоже образование. Дмитрий Олегович, пожалуйста. Вы знаете, то, что описывал здесь Михаил Юрьевич, да, и другие вот эти вопиющие истории, это вот как раз то, что Покровский, он употребил такую страшную фразу, история — это политика, опрокинутая в прошлое. Вот то, чем занимается Институт национальной памяти в Польше, то, чем занимается Институт национальной памяти на Украине, это политика, опрокинутая в прошлое. А что тут страшного? Вот, это отвратительно, потому что есть факты, есть политика сегодняшняя, да? И в этом плане я выступил в защиту альтернативы истории в каком плане? Пример, пожалуйста. В советское время
считалось, особенно на раннем этапе, что Пушкин вообще декабрист. Об этом писались работы, да, что вот он близок к декабристам, всю жизнь их поддерживал. И ряд наших пушкинистов, такие как Валентин Непомнящий, даже такие, которые не дожили до изменений, Томашевский, они с этим боролись на самом деле. Они накапливали огромное количество фактов, которые показывали, что Пушкин, да, в юности, конечно же, сочувствовал вольнодумным революционным движениям, но вообще-то он поэт консервативный, христианский, русский. И они это доказывали, это было очень трудно. В то время, в 70-е годы, и даже в начале 80-х, это считалось альтернативной историей. Это считалось чем-то, ну ладно, хорошо, в патриотическом, так сказать, дискурсе, допустим. Но вообще-то, если бы не они, да, мы бы не знали настоящего. Мой друг, отчизне посвятим, вот. Души прекрасные порывы. Это Чаадаеву, это Чаадаеву написано, кошмарному Чаадаеву, который говорил, что Россия должна научить, родилась только для того, чтобы преподать какой-то негативный урок человечеству. То самое, с чем борется Михаил Юрьевич, да? А что нам нужно делать? Вот у нас, если так сказать, где проявился как бы ущерб? Орден Ярослава Мудрого Порошенко дал кому? Филиппу Бридлову, командующему американских войск в Европе, который ему помогал давить Донбасс. Ну, кто бы у нас, я когда это слушал об этом новости по телевидению, у нас просто говорят, дали орден, да? Мне хотелось, чтобы ведущий сказал, вообще-то Ярослав Мудрый долгое время был князем в Новгороде, поэтому, в Великом Новгороде. Поэтому, когда вы даете Филиппу Бридлову этот орден, вы как раз, а он был дан за защиту территориальной целости Украины, вы как раз утверждаете, что Россия и Украина — это Дмитрий единство. Вот в чем все дело. Дмитрий Олегович, у меня вопрос ко всем нашим экспертам. Считаете ли вы, что вообще наука, история — это своеобразное оружие в руках элит, которые так или иначе могут формировать общество, государство, создавать, разрушать, уничтожать самосознание народа. Это оружие? Смотря в чьих руках. В руках доброго и честного человека это орудие созидательное. В руках негодяев это орудие очень разрушительное. Мы видим на Украине. Я бы добавил, что это орудие обоюдоострое. Если его применять с нечистыми целями, да, с кривой душой, естественно, эта история ударит по тебе. Безусловно. Михаил Ильич, тогда у меня вопрос к вам. Вот прежде чем уйдем на перерыв, Михаил Ильич, тогда вопрос такой, подумайте об этом. Недавно я был в гостинице «Националь». Они хотят снять документальный фильм об этой гостинице. И знаете, что первый эпизод, который нам рассказали в первую очередь об этой гостинице, никогда она была построена, никакие там интерьеры. А нас прежде всего повели в номер, где жил некоторое время Ленин. Как он ночевал на кушетке, как он скромно все это был. И это осталось в памяти у капиталистов, которые владеют сейчас этой гостиницей. Я отношусь отрицательно к этой исторической фигуре, это мое личное мнение. Но против и этой фигуры работает очень много людей сейчас. Да, ее не воспринимают, ее считают гением зла для России. А она пользуется популярностью даже у тех, кто при Ленине был бы, может быть, расстрелян. После перерыва поговорим об этом. В эфире программа «Следы империи». Мы говорим про историю. Вот я хочу начать эту часть программы с нашей молодежи. Пожалуйста, молодые люди, кто из вас хочет задать вопрос экспертам? Пожалуйста. Как вас зовут? Представьтесь и громче говорите. Меня зовут Даниил Русин. Я аспирант ИСТФАК МГУ. Мы сейчас уже говорили о том, что книги Фоменко и Носовского финансировались на западные деньги, но ведь этого недостаточно, ведь есть спрос на эти книги. И у меня такой вопрос, почему у людей с якобы лучшим в мире советским образованием появился спрос? А почему они стали покупать массово эти книги псевдоисторические? Пожалуйста, давайте вот вы, а потом Евгений сейчас, пожалуйста, вы, давайте.
Ну, я считаю, что как бы здесь ответ достаточно простой. Книги появились в начале, в середине 90-х, в переломный момент слома и изменения массового сознания нашего народа. И, соответственно, они заполняли определенный вакуум, когда возникало неудовлетворение официальной как бы концепцией истории. То есть они конъюнктурно легла на востребованную почву. Вот. Поэтому они вот получили такое как бы распространение. Но я здесь реплику хотел бы дать не совсем верно. Понимаете? Вот сейчас мы говорили о Прохоровке, да, о Курской битве. Ну вот Фризер написал, да, то есть немцы потеряли там 5 танков только в Прохоровском сражении, а мы там несколько сот. Да? Ведь посмотрите, что в интернете сразу началось. Да? Одни за, другие против. Одни против, другие за. То есть опять вот подогревается этот интерес. Понимаете, фейковая новость, она всегда, вот эта фейковая новость, которая основана не на реальных документах и источниках, не о том, что Прохоровское сражение продолжалось несколько дней, не о том, что у немцев были там новейшие танки, не о том, что 300 штук мы немецких танков там подбили, да, потеряли тоже много, 500, но это было, мы остановили немцев. Это как бы в стороне. А вот фейковая новость, жареная новость, желтая новость, которая расходится веером, да, по интернету, посредством массовой информации, и вдруг сенсация, да. И вот это, конечно, ну, что называется, кушает аудитория неискушенная, которая не работает, да, с источником, просто, ну, наплевательски, если так можно так сказать, относится к собственной истории, с чего мы начали, да, вот этот позитив. Если ты будешь на позитиве относиться к истории, ты будешь думать, да, правда это или ложь. Вот этого, к сожалению, нет. Значит, я вот отвечаю на ваш вопрос. Хотел бы согласиться вот с моим оппонентом или с моим коллегой, относительно вот возникшего интереса к этим работам. Плюс тут надо иметь в виду и психологию общественного сознания, понимаете? Когда люди зачастую покупаются на что-то новое, на что-то жареное, и во многом этим проецируют издания подобного рода литературы. А поскольку в условиях буржуазных отношений деньги решают все, то издатель начинает ловить хайп, как говорят, да, и зарабатывать тупо деньги. Сейчас, обратите внимание, эта литература уже не пользуется никакой особой популярностью, и поэтому она сошла. Потом, я прошу прощения, в истории всегда существует множество точек зрения и интерпретаций тех или иных событий. Не случайно профессиональные историки изучают там на третьем или на четвертом курсе отдельную дисциплину – историография. То, о чем не имеет понятия обыватель, то есть широкий читатель. Но профессиональный историк знает, что, например, эпохи Петра Первого были посвящены работы Мирюкова, Павленко, там, Анисимова и так далее, что в этих работах существуют разные подходы оценки к тем или иным реформам и так далее. Но обывателю-то это непонятно, и они сидят и говорят, а нас обманывали, нам врали. Вот она, альтернативная история. Спасибо, Евгений. А ее да. Нету. Сергей, пожалуйста. Я хочу еще немножко к этому добавить. Ребята, вот смотрите, какая штука получается. 90-е годы. Это то самое время, когда историю не просто переписали, а просто поменяли плюс на минус, минус на плюс. Хорошие стали плохими, а плохие стали совершенно замечательными. И вот когда появляется... Это ведь не только один такой, вот одна вспышка, да, Фоменко-Носовский, вот и все. Давайте вспомним еще одного нашего коллегу, если так можно его назвать. Игорь Долуцкий. О, да ладно, ладно, вспомнил. Хорошо, хорошо, вспомнил. Мне плохо, дайте да мне. Подожди ты, подожди, я хочу сказать, ребята, наверное, историки точно знают, что в 90-е годы самый популярный да. Школьный учебник по истории, Долуцкий, да. На чьи деньги издавались учебники, не знаешь? Знаю. Открытое общество, Сорос. 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 И вот это псевдолиберальное перекрашивание истории к чему приводит? Он писал по 20 веку. В 20-м Долуцкий, в Древней Руси, Московской Руси, Фоменко и Носовский, и в итоге кто-то на Западе написал. Где-то в конце 90-х годов Россия потеряла вообще предмет гордости национальной. Еще осталась война до конца, не испорченная. Но там тоже стали бить. А потом уже до этого добрались. То есть получается, фактически идея такая. Забыли вообще, Иван, не помнящий родства. Кем мы были тогда, началась настоящая история только тогда, в 90-е годы, перекраивание истиной. А людям-то действительно было интересно, потому что необычно. Как я помню, как мы, наверное, все отбивались от наших студентов в 90-х. А как вы относитесь к Фоменко?
Я говорю, а как Фоменко относится ко мне? И вообще к истории какое-то отношение имеет? Это было действительно модно, модно. И это было идеологически очень востребовано. Сегодня это уже все давно забыто, спасибо. Слава богу. Да, пожалуйста, ну кратко. Это интересно, да. Понимаете, почему наше вроде бы образованное советское общество стало это есть в начале 90-х годов? Советское видение истории, оно напоминало римский свод, да, вот кирпичи лежат, они друг друга поддерживают, да. Уберешь один кирпич, и падает вся структура. Это именно было целостное мировоззрение, которое хотели привить советским людям. А дело в том, что история, как и вообще жизнь, она не напоминает римский свод. Она часто очень противоречива. В ней моральные оценки, в ней нет хорошего и плохого стопроцентно парня, да. И вот даже Михаил Юрьевич правильно говорит о наших сложных отношениях с Польшей, да. Значит, с одной стороны, да, польские националисты, институт национальной памяти требуют, чтобы запретили говорить, что какие-то поляки что сдавали евреев. Да. Сдавали их, да. Вот. Но на самом деле, представьте себе, какая была ситуация. Польша была под нацистской оккупацией 6 лет. То есть, если вы прятали еврея, да, у себя дома, вы должны были его прятать 6 лет, когда еды всем не хватало, да? Плюс, если его у вас находили немцы, вас расстреливали вместе с ним. Вы рассматривались как сообщник и такой же человек, как этот еврей. Поэтому были случаи, когда люди, скажем, 2-3 года прятали евреев, а потом их сдавали. Как этих людей называть? Злодеями, да? Ну, они же их прятали. Бывало так, что они прятали их за деньги, а потом у евреев деньги кончались. Кончались. Про деньги, и их тогда, и тогда они переставали их прятать. То есть эта ситуация, она не поддается оценке плюс-минус. Нет, вот понимаете, я с вами не согласен. Понимаете, когда немецкие нацистские войска только вошли в Польшу в сентябре 1939 года, начались еврейские погромы. И у нас начались поляки. Ну как во Львове. Занимались... У нас на территории Советского Союза сразу начались. Да. Во Львове. Во Львове страшные. Да, и в Белоруссии да, были. Да, и в других местах. В Литве. Вот, то есть это проблема это моральная. Это проблема как раз, когда надо оценивать не, как вы говорите, полутона. А вот есть зло, это зло. Есть добро, это добро. Победа Советской Армии, Красной Армии, Великой Отечественной войны, это абсолютное добро. А нацизм, антисемитизм – это абсолютное зло. И мы здесь не можем придерживаться полутону. И для того, кстати говоря, историко-культурный стандарт, да, был разработан вот несколько лет назад, Академия наук и Российское военно-историческое общество в нем участвовало, для того, чтобы как раз все поставить на место, то есть с головы на ноги, да, то, чтобы была почва, то, что называть не было двойных трактовок по поводу победы Советской Красной Армии Великой Отечественной войны. По поводу того, что да, князь Владимир, да, это великий святой князь. Вот. Но, с другой и принадлежит он не только Украине, да, и не столько Украине, как всему нашему народу, который да. имеет но, одни корни. Но, Михаил Юрьевич, и если да. говорить об Украине, да, и российском народе, это, знаете, как сообщающиеся сосуды. Да, знаете, да? Да, когда националист... Но мы друг без друга не можем, да? Они, почему? Прежде всего, они, прежде всего, без нас не давайте могут. Давайте дадим слово молодежи, пожалуйста. Меня зовут Фридлин Долида, я студентка журфака МГУ. И у меня был вопрос на тему истории в 90-х. Мы обсудили, кому и зачем это нужно было все подменять, не считая немецких спонсоров. Мы сейчас говорим, как историография развивалась в 90-х, а мы до сих пор сейчас не можем понять, да, что происходило вообще в 90-е годы у нас. Какие силы действовали, почему развалился Союз, кто за это ответственен. Были это объективные факты, да, либо это какая-то злая воля. И вот когда мы разберемся, что происходило у нас в стране, в нашей стране, так или иначе, да, мы все преемники этой страны, я думаю, нам легче будет отвечать на вопрос, почему появились такие исторические трактовки в 90-е годы. Ну, пожалуйста. Лана Каирова, журфак МГУ. Мы тут сошлись во мнении, насколько я понимаю, что всякие теории просто интересны людям, и поэтому они распространяются. Допустим, пару лет назад была просто безумно популярна теория о том, что монголо-татарского нашествия не было. А как нам сделать так, чтобы история, настоящая история, стала так же популярна, как и все эти теории? Когда Карамзин писал свою историю государства российского, да, все зачитывались, поскольку он делал как бы открытие истории для огромного слоя. Но тогда это высший слой, да, прежде всего дворянство, которое начинало, да, постигать свою историю. А у нас такое было. Они...
Неужели вот так вот все это случилось, начиная с Ярослава, там, Владимира, все это пошло, да? И сегодня, понимаете, вот этот момент, когда историю надо писать интересно, чтобы это можно было читать с огромным интересом, чтобы тебе захотелось книжку перелистнуть, да, последнюю страницу, и вновь ее открыть на первой странице. Вот это сегодня, к сожалению, ну, у многих просто историков скучно их читать. А зачем тогда? Вы обратили внимание, если вы почитаете сегодняшние учебники и официальные заявления, то вот пример, как меняется официальная история. Вы не увидите название татаро-монгольское иго, вы увидите название золотоордынское иго. И это правильно. Почему? Потому что, во-первых, татары — это важный этнос, который живет на территории Российской Федерации. Нельзя их представлять в виде, скажем так, однозначно отрицательных героев какого-то эпизода. Во-вторых, Золотая Орда — это действительно было не государство, где были только одни монголы, или одни, значит, татары, кипчаки. Это была многонациональная, мощная империя. Почему сейчас делается попытка рассмотреть ее в более позитивном варианте? Потому что вот раньше от советских людей это было закрыто, но с 18 века в Польше, в Восточной Европе существовала теория о том, что вот украинцы, поляки — это славяне, а великороссы — это вот финно-угры, вот этот самый финно-угорский элемент, о котором говорил Сергей Алексеевич, да, татары — это вообще не славяне. В этих условиях, чтобы защитить в том числе нашу историю, мы возрождаем какую-то правду. Она состоит в том, что такое была империя чингизидов, Чингисхана. Это был беспошлинный, огромный кусок Евразии, да, где смешивались и взаимодействия разной культуры. Все ли там было хорошо? Конечно, нет. Были и набеги, было и уничтожение. Но вот мазать весь этот период черной краской, как у нас это делалось, к сожалению, много лет, да не мазали у нас и как делалось, и как это пытаются делать сторонники вот этой теории, не хотят. Тот же Александр Пыжиков вот, выпустил книгу, она называется «Украинско-польское иго в России». Да? Он говорит наоборот, что как раз золотоордынское как бы влияние в России, с его точки зрения, довольно спорное с моей точки зрения, золотоордынское влияние было как раз не таким страшным, спасибо, не таким негативным, как его представляют. Они считали действительно Тартария там, да? Вот, больше ничего нет. Откуда? Иностранцы у России, Герберштейн, Алиари, Ченслер, все они приезжали в Россию, и все они говорили, что там живут дикие люди, северные люди, рабы, и все пошло. Переписывание вплоть до польской истории. Надо знать источники, откуда это появилось. Ваша реплика. Да, спасибо. По нескольким моментам, которые сейчас звучали в нашем разговоре, я просто хотел бы тоже пройтись. Вот поминали поляков, укров, которые великое свое прошлое. У меня дома, допустим, книжка лежит такой толщины армянского академика, Армянской академии наук, древняя Армения. Открываю на середине. В 10-м тысячелетии до новой эры армяне пришли на территорию Египта и построили великие пирамиды. Академик пишет. Но дело в том, что такая ситуация типична для любой страны, которая имеет богатое историческое прошлое, не новообразованные страны, там, искусственные, как сказать, относительные государства. Они пытаются ответить как бы на историю. Андрей Вячеславович, я прошу прощения, перебью вас. Буду защищать армян. Древнее государство Урарту. Это было на территории Армении такое государство. До нашей эры это первое, так сказать, исследованное, подтвержденное документы государственность. Да. Армения вообще обладает... Ну, не пирамиды. Но не пирамидами. Но они, нельзя сказать, что они не имеют истории. Это древний народ христианский, который имеет очень большую, славную историю. Поэтому, я и говорю, пожалуйста, аккуратнее. Нет, так я наоборот говорю про армянское государство, как одно из древнейших. Более того, вот это моя точка зрения, как бы субъективная. Да? Вот мы привыкли к государству Урарту из Междуречия. Потому что Урарту переводится с английского, так как и пишется через два «ю». Но если мы, зная английский язык, прочтем, то будет не Урарту, как пишут на русском, а Арарта. А Арарта, скажет вам любой армянин, это древнее название Армении. Довольно опасный путь, потому что... Это я за армян. Барбаросса, да, осетинские истории, Осса по-осетински осетин. И осетинские историки придумали, что Барбаросса это не германский император, который воевал на Ближнем Востоке, видите, на это Барбаросса, то есть некий осетин. Это минное поле истории, да. Понимаете? Вот эти все этимологические вещи, они очень опасны.
История — это в значительной степени это геополитический инструмент оперирования массовым сознанием. Потому что история отвечает частично на основной вопрос философии, который в моем понимании не диалектический материализм. Что первично — сознание или материя? Об этом узнаем сразу после рекламы. «Следы империи». Мы продолжаем, говорим об истории. Пожалуйста, вопрос, пожалуйста. Александр Черепенин, Московская духовная академия. Сегодня говорили о добре и зле, о каких-то событиях в истории. Это добро, это зло. У меня вопрос, а имеет ли вообще право, может ли историк оценивать то или иное историческое событие с позиции добра и зла? Сергей Алексеевич, говорите. Сложнейший вопрос вообще задали. Очень тяжелый вопрос. На самом деле, я считаю, что историк должен создать систему аргументации для того, чтобы его читатель, его слушатель, тот, кто будет изучать историю через науку уже в учебнике, мог это для себя оценить. У меня один маленький комментарий. Мы говорили как раз о истории искусства, истории кино. Вот у меня вопрос к ребятам, ответный вопрос. Как вы думаете, сегодня вот современные наши молодые люди, откуда черпают знания из истории? Самый типичный источник, ваша версия? Как? Нет. Интернет. Шире телевидение и другие СМИ. Второе. Кино, литература. И только на третьем месте, к сожалению, для нас здесь сидящих, это система образования, это учебники и прочее, прочее. Я вот хочу чуть-чуть вернуться к вопросу. Добро и зло очень перекликается. Как наше киноискусство сегодня влияет на формирование наших исторических оценок, наших представлений и так далее, да? Вот давайте посмотрим. Фильмы последнего времени, как они повлияли на наше историческое восприятие. Я очень люблю этот фильм, «Адмирал». И вашу роль в этом фильме тоже. И Константина Хабенского, но я говорю всегда одну вещь. Если бы Хабенскому дали сыграть Гитлера, вся бы страна полюбила Гитлера. Хабенский, он кумир. И все его герои кумиры. Но это же нереальный. Это же лубочный Колчак. И еще. В чем проблема? Вот когда сегодня ребята смотрят «Адмирала», они сравнивают вот этот персонаж, да, с фигурами Фрунзе, Будённого, в старых советских фильмах, где они были упрощенные, почти что пародийны. А Колчак, рыцарь гражданской войны. Очень неплохой сценарий, очень хорошие роли бесподобные, но содержание абсолютно превратное. Хорошо, а викинг, извините, гимн норманизма сегодня. Как сегодня, ребят, должны воспринимать вообще создание древнерусского государства? По викингу или по-настоящему? Кто получается, все-таки принес нам эту цивилизацию? Вечный вопрос. А Иван III, где Московская Русь, где-то вообще там... А вот Великая Византия падающая, и потому что мы ее не поддержали. Здесь столько из этих глупостей, которые все перевирают. Кто-то сказал, собирается снимать фильм о генерале Власове. Сочувственный фильм о генерале Власове. Прям такой сочувственный. Власов тираноборец, борец, а предатель. Примитивный предатель, это как? Да. Или вот еще известная вещь. Кто-то задумал снять «Блокаде Ленинграда» мюзикл. О, так его сняли. Вот это кощунство. Вот это настоящее кощунство. Должны быть пределы, возвращаясь к вашему вопросу, не только исторического допуска, а вот эта моральная планка по отношению к истории. Понимаете? И вот тогда, на самом деле, вот именно в нашей памяти, в нашем сознании сформируются эти оценки. Эти оценки. А чаще всего они будут все равно неоднозначные. Не бывает абсолютной правды. Пожалуйста. Исторической. Я прошу прощения. Пожалуйста. Но моральные оценки, вы абсолютно правильно, Сергей Алексеевич, должны базироваться на реальных исторических фактах, а не на выдуманных. Да. Вот о чем речь. Да. Ну, пожалуйста. Значит, мне кажется, что, конечно же, как и у любого события в нашей жизни, есть моральная сторона истории. Убийство – это плохо. Смотря кого. Если убийство не для того, чтобы предотвратить другое убийство, да, массовое, то это плохо. Нет, а врага. Несвобода – это плохо. А, кстати, большой вопрос, где больше свободы, в так называемых республиках, да, или в просвещенных монархиях. Вот сейчас
вышла потрясающая работа Веры Мильчиной, да, у Франции 19 века. Оказывается, при Наполеоне и при прекрасной республике люди-то во Франции говорить боялись. И вот этот знаменитый анекдот, когда Наполеон говорит, что дайте мне обзор английских газет, а свои мне не нужны, я знаю, что там напишут, да. Свободы-то во Франции при республике и при Наполеоне не было. Она появилась при проклятых бурбонах, при Людовике XVIII и Карле X. Да, просто еще один момент скажу, который мне кажется важным, да. Очень важно, когда вы даете моральную оценку, все-таки при всей нашей любви к себе, да, к своему народу, это нормально, быть справедливым. Вот, например, у нас была программа «Какие ужасные карикатуры рисовали на Россию в Англии, значит, во Франции, в Америке в начале 20 века». А какие мы карикатуры рисовали на восточные народы? Вот книжка, да, это значит, персидский шах, да, который... всех сажает на кол, да? Эти самые ужасные турецкие, значит, атаманские. Понимаете, мы обижаемся на Запад. И правильно обижаемся, что они так к нам относились, так нас рисовали. Но и к себе мы тоже должны обратиться в этом плане. А всегда ли мы были справедливы к своим восточным соседям? Особенно сейчас, когда у нас вот устанавливаются отношения хорошие с Ираном, я надеюсь, с Турцией, да? Нам тоже нужно это смотреть и оценивать это с нравственной точки зрения. Нельзя так относиться, что мы всегда правы, хотя это очень хочется, да, а те, кто другие, они всегда не правы. О, можно реплику как раз? Вот да, сейчас. Пожалуйста. Спасибо. Я просто вот, ну, вот в российском историческом обществе мы тоже участвуем, да, в создании ряда фильмов, последние. И я не знаю, но они вызвали действительно большой интерес. Исторические фильмы. Это и «Битва за Севастополь», и «Батальон» про Первую мировую войну. Да? Это «28 панфиловцев». Да? Вот, кстати говоря, по поводу панфиловцев. А если говорить об истории, возвращаясь к вашему вопросу, да, когда может ли... Да, историк. Историк имеет ли право добра и зла? Понимаете, если в нем есть вера в историке, внутренняя убежденность, да, и действительно вот основанная на христианской именно вере, то он создаст то произведение, которое действительно будет правдой с большой буквы. Потому что подвиг 28 панфиловцев, подвиг Зои Космодемьянской — это правда с большой буквы. И когда говорят о том, что да, вот как-то не так это было, а вот так это было... Ребята, вы посмотрите, да? Эти люди, 28 панфилов, остановили своей плотью железо, которое на них шло, и немцы не прошли, и мы победили. Вот это есть правда. А когда вы говорите о том, что вот мы должны относиться так, к себе критично, я согласен. Но извините меня, когда выходит фильм, да, «Смерть Сталина», и когда кто-то другой начинает говорить мне, как надо жить и какая была у меня история, я говорю, посмотрите на себя прежде всего, да, потому что в вашей истории было колониализм, угнетение, да? А в нашей истории было спасение. Вот чем различается Россия. Мне кажется, Россия, она такая страна, которая спасала мир, и поэтому, да, мы правы. За нами будущее. Может быть, а за ними, возможно, за ними, к сожалению, да, регресс. Спасибо. Есть еще вопросы, молодые люди? Просто да, пожалуйста, извините. Я с вами согласен, что огромное символическое значение имеет подвиг 28 панфиловцев, подвиг Зои Космодемьянской. Как бы там ни было, факт остается фактом. Тысячи, миллионы людей тогда действовали так, как 28 панфиловцев, и это самое важное. Вот. Но надо понять, что есть в истории такие вещи, такие истории, которые сами творят историю. Мог ли спартанский царь Леонид с 300 спартанцами остановить армию Ксеркса, если она составляла 1 000 000 человек, как утверждали тогдашние греческие, ну, истории. Понимаете, вот не мог, можно, да, с вами, но там, значит, там показывают, что они не могли заслонить этот проход, проход слишком широкий и так далее. Может быть, греческие историки что-то там, так сказать, конечно, присочинили. Но уже эта история, она сформировала десяток поколений в Европе. Люди учились, начиная с нашего Александра Васильевича Суворова, кончая теми же англичанами, они учились на этом, знаете, примере. И знать его надо, потому что он воспитал людей. Рассекретили документы, очередную партию документов по поводу 28 героев панфиловцев. В военно-историческом журнале я написал статью по этому, ну, да, поводу. Это реальные герои, пожалуйста, у которых есть свои имена. Пожалуйста. Да. Вопрос.
Зовут Тимофей, Институт истории и политики МПГУ, магистрант. Эксперты в студии в очередной раз назвали имена и фамилии лжеисториков, очередной раз, ну, разбив концепции. Но от этого ничего в стране не изменилось, ровным счетом. У меня вопрос такой ко всем экспертам в студии. Какая должна быть общественная и государственная политика по общению с теми людьми, которые разделяют лжеисторические убеждения? Потому что в личной беседе их переубедить просто невозможно. Пожалуйста. Да, согласен с Евгением Юрьевичем. Далеко не всякого можно убедить. Но я бы хотел сказать другое. Да, отвечая как бы на предыдущий вопрос, я совершенно с Михаилом Юрьевичем тоже согласен в том плане, что у России особая историческая роль, и это понимают все, так сказать, как бы. Эх, Андрей Вячеславович, вот с этого и начинается проигрыш альтернативщикам. Вам, молодой человек, задал конкретный вопрос. Что сделать так, чтобы завлекательна была история, о которой мы все хорошо знаем, и которая подтверждена исторической наукой, фактами? Очень что для просто. Этого нужно сделать? Что? То, как работает реклама. Повторять на каждом шагу. Помните рекламу банка 90-е годы, да? Александр Васильевич, а вы почему не едите? До первой звезды, матушка, да? Угу. Помните? Или про Тамерлана, как там складывал камни из погибших воинов. Вот это такие маленькие кусочки. Значит, что нужно для истории? Нужны деньги. Естественно. Нужны фильмы. Да. Мы молодые люди, кто смотрел «Игру престолов»? Руки поднимите. Отлично. А кто смотрел «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном? Отлично. Тоже много. А кто смотрел фильм «Суворов» 1940? Так, а кто смотрел? Корабли штурмуют бастионы. Еще меньше. Но мне кажется, все-таки, кроме фильмов, очень важно публиковать факты. Что надо сделать? Если насчет, скажем, борьбы с книгой Суворова, да, на самом деле Резуна, борьба следующая. Это предатель. Следующая. Давайте упрощим. Это предатель, это негодяй. Но он доказывает, что мы хотели напасть на нацистскую Германию, а Гитлер нас упредил. Как с этим бороться, да? Бороться так, как делает историк Алексей Исаев. То есть он собрал в 4 раза больше фактов, чем Суворов, которые свидетельствуют о том, что ничего подобного Советский Союз не планировал. Посмотреть на эту ситуацию в контексте. Все страны тогда разрабатывали, естественно, не только оборонительный, но и наступательный вариант войны. Воевать на своей территории своих людей губить никто не хотел. Все хотели воевать на других территориях, да? И посмотреть на весь контекст, знать историю 20 века. Вот тогда никакой Виктор Суворов вас не собьет. Если просто повторять много раз «Суворов, Виктор, предатель, Резун, негодяй», это неубедительно. Хорошо. Надо действовать да. более... Нет. Кратко. По поводу Суворова, ну, действительно, набил оскомина. Ну, Габриэль Городецкий еще в 90-х годах, израильский историк, ну, разложил по полочкам буквально все и как это все было. Да, и зачем мы строили... Да, зачем мы строили укрепление, если мы вот собирались... Именно. И одна треть бетона у нас шла на оборонительное сооружение. Вот, ну, вот яркие примеры, да, вот как интересно. Яркие примеры. Можно даже... Ну, понимаете, ну, у нас не все люди историки, весь контекст 20 века они так не сделали. Нужны яркие, но убедительные факты. Вот тогда будет Я прошу прощения. Минута, Евгений Юрьевич, минута. По поводу популяризации исторических знаний и так далее. Во-первых, абсолютно правы, что недостаточно количество экземпляров, просто элементарно выходит работ того же Городецкого. Понимаете? Поэтому люди, зная так называемую альтернативную, лживую историю из-под пера Резуна, Солонина и так далее, и так далее. Плюс они, естественно, знаете, как говорят, реклама – двигатель прогресса. Они умеют использовать все вот эти вот инструменты пропаганды своих знаний и продвижения их вперед. И немаловажное значение здесь еще играет то, что мы все время сидим как бы в окопах, мы все время оправдываемся. Вот Европарламент, например, принимает вот этот мерзопакостный документ по поводу Советско-Германского пакта о договоре, да? А почему мы сидели, ждали, когда он примет? Почему наш парламент не принял закон и не сказал, что в развязывании Второй мировой войны, которая началась в 1938 году, прямую ответственность несут Берлин, Лондон, Париж и их прихвостни в Западной Европе? Вот тогда бы они бы оправдывались. Вот о чем речь. Да, Сергей Алексеевич, ваше слово, кратко, кратко.
Я очень кратко прямой ответ на заданный вопрос. Еще раз, третий раз приведу данные соцопросов. Спросили, что делать с фальсификаторами истории. Как ни странно, Евгений Юрьевич, примерно 6% сказали, расстреливать или сажать на длительный срок тюремного заключения. Еще часть ответили, высылать за пределы России. Еще часть, запрещать публично высказывать свои ложные представления. Но, слава богу, примерно 40-45% сказали, опровергать с помощью достоверных фактов и аргументов. А потом расстреливать. А потом... Спасибо, спасибо большое. Заканчиваем эту программу. И хотел бы ее закончить словами Цицерона, великого древнеримского публициста, который сказал такую фразу. «Не знать истории — это всегда быть ребенком. Желаю, чтобы мы все были взрослыми». Это были «Следы империи». Увидимся.